Здравствуйте, друзья. У нас Лариса, которая первый день сегодня отработала в Амазоне. Не крутимся на стуле. Значит, и... Ну, как оно в Амазоне-то? Ну, что делала вообще? Ну, я сильно много рассказывать не могу, к сожалению. Нет, вот то, что можешь, давай. То, что можешь. Ну, обстановка очень приятная. Люди все очень приятные. Больше мальчики или больше девочек? Больше мальчиков. Девочек сильно мало. Больше? Очень сильно больше. Но есть такое вот, девочки чувствуют, когда на них посматривают? Девочки чувствуют, ну, когда на них посматривают. Есть такое чувство? Есть такое чувство. То есть хорошее, приятное? Очень приятное. Доброе чувство, так. А, вообще весь процесс оказался очень приятным, и команда очень... Я извиняюсь, процесс это что? Процесс прохождения интервью и получения оффера. Бэджик. Есть бэджик? Есть. Вот, пожалуйста. Так. Вот, значит, приятно все, без исключения, даже то, что локейшн очень близко находится, то есть всегда ты хочешь, чтобы не то, что и работа была хорошая, но еще и недалеко ездить, тут все совпало, так сказать. Послушай, а там есть какие-то, я не знаю, там такое место, где можешь прийти, там полно еды бесплатно? Еды такой, каковой нету, сильно бесплатно, есть... Всякие напитки типа чая, кофе любого, потом... А вот соки? Соки нет, не бесплатно. И есть конфеты и пиво бесплатно. Пиво? Да. Ты с моей не злоупотребляй. Не, я не буду. В общем, очень приятные менеджеры, все хотят помочь, все хотят... Объясни, как они кушают? Вот ланч, куда они деваются? Значит, очень большой есть, так сказать... Пищеблок. Да, там, так. Значит, огромные холодильники стоят, такая кухня, там, значит, все чай, кофе, все. Так, и, а покушать? И есть, да, то есть есть холодильники, куда ты можешь принести свое, и там есть микроволновка, да. Ты можешь разогревать прямо на месте, и несколько раз в день, сколько ты раз хочешь, столько и кушаешь. Так. И есть кафетерии, на первом этаже, там у нас два огромных здания, и на первых этажах есть кафетерии, то есть там, в принципе, не очень дорого, ну и не очень дешево. Русская речь есть там? У нас в отделе есть. Ну, по коридорам я не очень заметила, а вот так в девелопе... Ну, нет такого, что идешь по коридору, там мат какой-то. О, нет, нет. Нет такого. Нет, вот некоторые жалуются, что вот дети в школе идут по школе, а там русские матом кричат на весь коридор. Там. Вообще сегодня у нас Тим мой, там почти все русские, но вот девелопменте никого русских. А подожди, а как получилось, что все русские? Я не знаю, как-то рекрутер нас так отобрал. Угу, понял. Ну мы сами удивлялись, мы спрашивали сегодня нашего менеджера, почему все русские. Да. А я и сам не знаю. Понятно. Но по-русски не говорит еще менеджер. Или там, может, он тоже русский. А, он же тоже? Да. Но он не учился здесь. Окей, он это с бывает. С другой стороны. Это бывает. Значит, не всякий менеджер, кто у нас учился. Да. Хорошо. Так, то есть, настроение хорошее. Настроение хорошее, обещали, сегодня нам выдали уже рабочие, так сказать, материалы. А выдают майки какие-нибудь с надписью, там, с компанией, с лого, там? Ну, первый день мы еще не все знаем, как бы не хочется сильно отвлекать людей от рабочего процесса. А народ ходит в фирменных майках там? Ходит. Амазоновских? Да. Так, то есть, наверное, где-то есть место, где выдают? Есть, да, у них у некоторых прям бейджики такие, с, как вот это называется штука? Которая да, сама да, веревочка, да. Веревочка, то есть тут тоже написано называется она, я забыл это я слово, тоже да. забыла. Вот, в общем, когда ты получаешь бэджик, тебя фотографируют, ты дают сразу твой e-mail для доступа к компанию. Вот, ну и я думаю, что в ближайшем будущем мы уже получим все аккаунты и что будет еще аккаунты лучше. В смысле, ну, для доступа уже в менеджмент тулы, в систему. Да, в систему. То есть сегодня у вас не, что, типа тренинг был или у нас как такового тренинга не оказалось, то есть нам просто дали для ознакомления то, с чем мы будем в принципе потом работать. Понял. И мы ознакомились. Вообще не понятно, спрашивают русского менеджера, а как получилось, что набрали одних русских? Вот, сам не понимаю. Он сам не понимает, сказал. Да, хорошо. Но на самом деле, как бы компания очень такая, ну, живая, и там конечно. Очень все быстро происходит. А все больше молодые ребята или так вот? Скажем, очень, такие, нет, таких, очень, как я, много? Есть такие же, точно. То как есть, точно? Прям похожи на меня? Ну, я говорю, тоже такие есть. Так, okay. То есть я не могу сказать, что одна молодежь работает. Работают люди разные, но у всех такие глаза, то есть явно им все нравится, чем они занимаются. Ну, то есть, как сказать, не зря... И боролись-то. Нелегко, нелегко далось, правда? Нелегко. Мне вообще нелегко. Да. Вот так, друзья, значит, если кто-то думает о том, как повторить путь Ларисы, значит, заканчивайте строительный институт, планируете канализацию в городе Москве,
и потом сразу к нам. И вот с этим тяжелым опытом, вот. Это тебе не канализацию планировать-то, правда? Да, ну, на самом деле все очень серьезно, потому что в итоге вся наша продукция к юзерам идет. Да. И мы, в принципе, сами тут на месте, как бы, ну, все знают, что эта компания делает. То есть очень многие пользуются ее услугами. Поэтому я считаю, что мне очень повезло работать с таким. В принципе, знаешь, есть даже связь, я думаю, что канализация в городе нужна для того, чтобы всякую дрянь из города убрать. А тестеры нужны, чтобы всякую дрянь из софтвера убрать и спустить в канализацию. У меня на самом деле есть даже сумка Amazon, которую я купила совершенно давно. Не знаю, что я на себе буду. А где написано, что Amazon? Вот. Вот тут лейблочка. Да. Это ты заказала просто. Я давно ее заказала. Сверху, да. Сверху сигнал был. И тебе прислали. Да. Знаешь, что интересно? У нас вот была девочка из Египта. Такая, с большими такими глазищами громадными. И она ходила в таком, я бы сказал, даже не... Ну, как это, лицо открытое, а все тело закрыто таким, как халат такой, я не знаю, как пальтишко, трудно сказать. Ну, вот что такое специфическое, мусульманское. И она закончила университет в Египте по electrical engineering. Умнющая, как я не знаю что, кроткая, как овечка такая девочка, золото. И прям как дочка родная, понимаешь? И ее никуда не брали, она где-то 7-8 интервью прошла, и у меня прям, я злиться начал, потому что я думаю, что ж такое, я говорю, это мы в нашей стране, это в долине, это что ж такое происходит? И в итоге ее взяли куда? В Оракл. Нет, ее взяли в, сейчас я вспомню, ее взяли в какую-то здоровенную компанию. Walmart? Нет, в инженерную, они там чипы делают, в общем... Да, так что, ну, вот так. Тогда я думаю, что всему свое какое-то время Моторолу и место. Моторолу ее взяли. А, понятно. В общем, я думаю, что всему... у меня был очень долгий путь, и многие знают, кто смотрит видео, кого я встречаю, всем рассказывал немножко или больше. А, но в результате все равно, чем больше ты работаешь, то складывается, и в результате все равно получается. А если ты хочешь. Ну, да, и, в общем, у тебя языка толком не было. Когда я приехала, я вообще не разговаривала. Да, и потом, там, пока семью там собрала, там, да, за ребенком съездила, тоже не сразу все получилось. И, в общем, все это такой болезненный процесс. И... Ну, кто хочет, тот добивается. Дорогу осилит идущий. Конечно, не без помощи Михаила и Софии. Не, ну, солнце, мы же всем помогаем, но просто не каждому впрок, знаешь, как бывает. Поэтому, как бы, с двух сторон движение должно быть. Так что, ребята, если у вас есть желание и... Не, у нас тут не рекламный ролик. Да. Мы просто о жизни. Ну, я имею в виду, что, в общем, даже на трудном пути наступает какое-то светлое пятно. Ой, это несомненно. Хорошо, давай мы маши ручкой. Пока.